Соня. Алиса. А, меня зовут Вольская Ульяна. Меня зовут Сонькина Марина, и я расскажу стихотворение Булата Акуджавы «Арбатский дворик», ну, как вспомню. Меня зовут Надя Кураева, да, и я могу зачитать рэп. Меня зовут Александра Сонькина Витальевна. Хорошо, годится. Бурба Аня. Меня зовут Анна Сонькина. Я очень, конечно, меня все вы знаете как врача, все, но в последние годы вот мне понравилось, мне показалось, что у меня неплохо получается вот играть. Да, да, что-то сделать нужно. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Не помню. Ладно, тогда я спою что-нибудь. Давайте немножко тогда поплатимся. Мне очень понравился ваш режиссер и ваш артист. Камеру, пожалуйста, и мне захотелось участвовать в вашем кино. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Идет бычок, качается, шагает на ходу. Вот доска кончается, сейчас я упаду. Великолепно. Замечательно. Украл варенье. Все. Соня, ты можешь не ржать хоть один момент? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Неловко признаться даже. Меня преследовал в лесу оборотень. И как вам удалось? Вот видите, у меня тут все распухло, да? Очень плохо. Вот, ужас. Ветки. И в общем, он такой... Желтые глазищи. Вы видели когда-нибудь? Вас... Это Аня, это Влада. Вот проблема в том, что мне никто не верит. Рассказывайте историю. Все считают, что я чуть-чуть. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. У папа была собака, он ее убил. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Я спою гимн лагеря под... Прошу прощения, похода «Подкованные каникулы», да. Насколько я вспомню. Вновь тревожный сигнал бьет как выстрел по нервам. I've got a migraine and pain really orange from up, down and sideways. Things got just Friday, cause Fridays were always better than Sundays, cause Sundays are so Saturdays. No. Детям сказка нужна,
чтобы стали бесстрашными. Взрослым сказка нужна просто так, просто так, просто так. Да вы не обращайте внимания. Да я не обращаю. Послушайте кота, он говорит действительно важные вещи. Необходимо положить в свои карманы. Что? Рюкзак. Его положить. Запасные носки. Дождевик. Пакетик запасные носки. Обязательно. Чтобы в него, в этот пакетик, в случае чего, положить грязные, вонючие, старые носки. Теплую флиску или кофту. У вас есть рот. Гмох. Ой. Я обалдею. Это какой крем? Это? Да. Ну, городской. Городской крем. Нет, мы спокойно. Потрясающее сочетание цветов. Что еще вы расскажете? Я хочу сказать, что мой макияж помогает отпугивать всех зверей. Как бы я никого не боюсь. И людей тоже. И людей тоже, понимаете, мне все боятся. И вас допускают к работе с детьми, да? Да? То есть вы тоже мне не верите, да? Нет, ну от чего? Не, ну понятно. Спасибо. Понятно, я понимаю, вы знаете, когда вы мне все поверите? Когда они придут за вами. А, это было ужасно! Я не могу вспоминать об этом! Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. 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 Мы вам позвоним. Следующий. The rest of our lives, I treat you better than nobody does.